Охрана труда, гарантированный соцпакет работникам, повышение заработной платы, дальнейшая модернизация производства, решение этих вопросов сейчас является самым важным в обеспечении технологического процесса. Об этом депутатам Мажилиса парламента рассказали руководители двух крупных предприятий Алматинской области. Завода по производству аккумуляторных батарей и Коксузского сахарного завода. В прошлом году аккумуляторный завод вышел на дополнительные мощности. Реализовано более 2 миллионов аккумуляторов. Почти вся продукция экспортируется в Китай и страны ближнего зарубежья. Теперь предприятие планирует наладить вторичную переработку аккумуляторов, бывших в употреблении. В производстве будут применяться инновационные технологии с учетом экологических норм и обеспечения безопасности труда. Модернизация требуется и Коксузскому сахарному заводу, предприятию больше 70 лет. В этом году для налаживания переработки сахарной свеклы затрачено более 1,5 миллиона долларов инвестиций. Но чтобы завод увеличил объемы, необходимы дополнительные средства. Мы видим определенные проблемы, но они разрешимы. И думаем, что руководство области и работники завода этот вопрос отрегулируют.